Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для жакета. Узор простой, ничего в нем сложного нет. Здесь только воздушные петли и столбики без накида. Раппорт узора. 4 петли на 2 ряда. Для примера наберем 13 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Одна воздушная петля подъема. И провязываем ряд столбиками без накида. Заходим в петлю, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, провязали все одной петлей. Заходим в петлю, на крючке 2 петли, провязали все одной петлей. Это у нас называется столбик без накида. Провязала ряд. Первый ряд связан. Набираем 4 воздушные петли. Плюс еще 2 петли. Мы набрали 6 воздушных петель. Переворачиваем работу. И отсчитываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Входим в пятую. И вывязываем элемент, состоящий из одного столбика без накида, 3 воздушные, и в ту же точку столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую и вывязываем элемент в столбик без накида. 3 воздушные и в ту же точку столбик без накида. Вот так. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И в последнюю петлю в этом ряду мы вывязываем столбик без накида. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 2 петли по рисунку. Мы набрали 5 петель. Переворачиваем работу. В этом ряду мы работаем с большими арочками. Заходим под первую арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в арочку и вывязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Заходим в следующую арочку и вывязываем элемент. Столбик без накида. 3 воздушные петли. И в эту же арочку столбик без накида. 5 воздушных петель. Заходим в следующую большую арочку и вывязываем элемент. Столбик без накида. 3 воздушные петли. И в эту же арочку столбик без накида. Первую петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 1,
для выравнивания ряда и для ровного края изделия. Мы с вами связали раппорт узора. Вот так выглядит раппорт. Набираем 6 воздушных петель. Переворачиваем работу. Заходим в большую арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в эту арочку же и вывязываем еще один столбик без накида. 5 воздушных петель. Заходим в большую арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в эту же арочку и вывязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Заходим в третью петлю подъема и вывязываем столбик без накида. Мы с вами связали 4 ряда. Вот так вот это выглядит в изделии. Набираем 3 воздушные петли подъема, 2 петли по рисунку. Мы набрали всего 5 петель. И вяжем третий ряд. Мы заходим в большую арочку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в эту же арочку, вывязываем столбик без накида, 5 воздушных петель. Заходим в большую арочку и вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в эту арочку и вывязываем столбик без накида, 5 воздушных петель. Заходим в следующую большую арочку и вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в эту же арочку и вывязываем столбик без накида. И в первую петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Вытягиваем ниточку так, чтобы у нас было наравне с нашим рядом. Далее мы вывязываем 4 воздушные петли подъема плюс 2 петли по рисунку. Переворачиваем работу. И вяжем, заходим в большую арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, в эту же арочку столбик без накида, 5 воздушных петель. Заходим в большую арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, в эту же арочку столбик без накида, 5 воздушных петель. И в конце ряда, в третью петлю подъема, мы вывязываем столбик без накида. Мы сейчас провязали 4-й ряд. Следующий будет 3-й. Узор простой, несложный. Еще одна разновидность сеточки. Смотрится оригинально. Это у нас изнанка, а это у нас лицо. Вот так это выглядит с лицевой стороны. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в сообществе на моем канале, а также в группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылочка находится в описании. А пока-пока!